Станция Солнцево Московского метрополитена открыта 30 августа 2018 года в составе участка Раменки-Рассказовка. Название станции Солнцево происходит от одноименного района, который в 1984 году вошел в состав Москвы. До этого здесь располагалась известная с 18 века деревня Суково, принадлежащая князьям Трубецким. Название Солнцево было дано этому району в 1938 году по имени нового поселка для московских рабочих. Первоначально станция Солнцево была условно обозначена еще в 1973 году в Генеральном плане развития Москвы. В плане за 1985 год станция была включена в проект хордовой линии Солнцево-Мытищи. Также московские власти некоторое время рассматривали вариант продления в Солнцево-Сокольнической линии к 2014 году, но отказались от него. На оформление станции Солнцево и Новопеределкино был организован открытый международный конкурс, в который были включены требования использовать в отделке только российские материалы и уложиться по стоимости в работ по оформлению в 5% от общей стоимости станции. Победитель выбирался комиссией на основе оценок профессионального жюри и результатов опроса жителей Москвы через приложение «Активный гражданин». На платформе имитированы солнечные лучи, возникающие при помощи светящихся отверстий в стенах и потолке, благодаря отражающим свойствам искусственных источников света. Навигация на стенах выполнена в виде светящейся полосы в транслюцентном искусственном камне. При подъеме по экскаваторам пассажиры смогут увидеть оптическую иллюзию в виде восходящего солнечного диска. Ввиду особенностей рельефа местности, длина экскаваторов в юго-западном вестибюле на 5 метров больше, чем в северо-восточном – 30 метров против 25 метров.